Лиза и Бачин. Эта история началась еще долгих 7 лет тому назад. Казалось бы, обычного общения в социальных сетях. Тогда еще никто не мог догадаться, что сегодня, в этот день, они будут стоять здесь и будут влюблены. Они общались 4 года. И вот в какой-то момент судьба решила взять все в свои руки. И они наконец-то случайно увиделись. Конечно, после этого Бачо, как сильный, целеустремленный мужчина, начал невероятно красиво ухаживать за Азой. И она ответила ему взаимностью. За это время они поняли, что по ту сторону компьютера не просто человек, а родственная душа, вторая половинка, тот особенный, кого они искали всю жизнь. И сегодня эта дорожка любви привела их сюда. Сегодня каждый из вас разделяет их счастье, их любовь в этом сказочном месте. Сделаю Азу счастливой и мы будем долго и счастливо жить. Спасибо вам всем. Знаете, говорят, что любовь приходит только тогда, когда ты к этому по-настоящему готов. Наша пара уже многое прошла вместе. Они умеют переживать вместе сложности, радоваться приятным и счастливым моментам. Они умеют доверять друг другу, умеют проносить свои чувства. И сегодня они создают семью. Сейчас я хочу вас спросить, Бача, готовы ли вы взять себе в жены Азу, быть мужественным, сильным мужчиной, защитником для нее, понимать ее, принимать, баловать и всегда быть для нее опорой, поддержкой и всегда, несмотря ни на что, быть рядом с ней. Готовы ли вы выйти замуж за Бача? Стать ему не просто любимой, а подругой, советчицей, надежной поддержкой, той девушкой, любимой и единственной, которая вечером будет встречать после работы, слушать какие-то сложные, возможно, волнительные рассказы, всегда понимать и поддерживать своего мужчину. Стать той женщиной, хранительницей очага, которую он есть. Готовы ли вы всю жизнь прожить вместе с Бачем? Анна сказала «да». Перед людьми и Богом вы обещаете друг другу всегда быть вместе. И сейчас, в знак вашего решения, я прошу вас обменяться вашими свадебными кольцами.